Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam. На обзоре мультимедийной системы на базе Android от компании CanVox. Это Cruiser Prado в 150-м кузове. Модель H-Line с диагональю экрана 10,2 дюйма. Ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит достаточно аккуратно, меняется полностью вся вот эта лицевая панель. Рамка выполнена из серого пластика, достаточно хорошо вписывается в интерьер автомобиля. Вот этот блок кнопок переносится, все функционирует, все работает. Дефлекторы также переставляются. По проводке все подключается разъем-разъем, с коншины автомобиля адаптируется. На экране отображается информация об открытых дверях. Кнопки на мультируле также все подключаются. Кнопки громкости, переключение треков, кнопка Mode, которая переключает между всеми приложениями. Также ответ и сброс звонка работает. И в данной комплектации автомобиля идет круговой обзор. Его также подключили и работает вот эта вот кнопка включения кругового обзора. Нажимаем на нее, включается круговой обзор, и можно переключаться между режимами. То есть здесь все осталось по штатному. С подсветкой также адаптировали. При переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Штатный USB-порт подключили и дополнительно вывели бардачок автомобиля. Здесь располагаются две штуки, они поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще дополнительно выводит слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, либо подключиться по Wi-Fi, например, раздав интернет своего мобильного устройства через режим модема. По системе кругового обзора она включается, как я уже показывал, либо с кнопки, либо при включении задней передачи автоматически. То есть, как вы видите, здесь все по штатному осталось. Также в комплектации автомобиля идет акустическая система JBL с усилителем. Она также подключилась, все функционирует корректно. Звук достаточно хороший магнитола выдает. Так как здесь еще установлен специальный DSP-процессор для обработки звука. Данная мультимедийная система, конечно, гораздо интереснее, чем штатная была установлена в автомобиле. Здесь достаточно большой экран, он яркий, насыщенный, очень приятно им пользоваться. Железо здесь производительное, поэтому работает все максимально быстро, плавно. Ну и, конечно же, главное преимущество, то, что работает на операционной системе Android, поэтому здесь доступны все современные мультимедийные возможности, как, например, скачивание приложений из Google Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. Это Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, YouTube, интернет-радио, интернет-телевидение и многое другое. Этого, конечно, всего не было в оригинальном магнитоле. Также штатная радиоантенна подключается, все функционирует, все работает. Есть эквалайзер для настройки звука, возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем. Функция разделения экрана доступна, где одновременно можно запустить два приложения. Например, можно включить Яндекс.Навигатор и для пассажиров включить какой-нибудь развлекательный контент на YouTube. При этом все функционирует достаточно быстро, ничего не подтормаживает. Но на таком большом экране, конечно, выглядит это все просто отлично. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!